Из-за неблагоприятных погодных условий было парализовано движение на федеральной трассе М5. Свидетелем ДТП стала наша съемочная группа. Авария произошла на подъезде к Автограду. Одну из грузовых «Газелей» занесло встречным сильным порывом ветра. В результате машина изменила курс и столкнулась с грузовиком, который буквально протаранил кабину встречного автомобиля. Несмотря на сильные повреждения, водитель злополучного транспортного средства отделался лишь переломом ноги. Его жизни ничто не угрожает. Ехал так же все, как все ехали. Увидел, когда «Газель» начала цеплять отбойники. Начало все крутить. Еле остановились, сразу прижались вправо. Вот и все. И тут пошел замес. Вышли, начали вытаскивать водителя «Валдая», его зажало.